Энергично, мощно и душевно. Аплодисменты и овации не прекращались в течение всего концерта. И это понятно. На сцене ЦРДК яркие и талантливые солисты Краснокамского района, достигшие определенных высот и известные далеко за пределами республики. Каждый из них популярный, многогранный, уже состоявшийся артист. Например, Ренат Салихьянов – это лауреат международных всероссийских конкурсов, участник популярных телевизионных программ, ежегодно пополняет копилку наград только победными местами. Максим Кизамудинов – участник передачи вечернего шоу у Андрея Малахова «Песни для всей души», которые транслируются на федеральном канале. Также он дает свои сольные концерты в соседних городах – Нефтекамск, Бирск, Уфа, и у него замечательные планы. Есения Галанова – также лауреат международных всероссийских конкурсов, участник республиканской программы «Земский работник культуры», получатель единовременной выплаты. Все эти ребята живут, работают во благо малой родины, нарабатывают необходимый опыт, ежедневно развиваются, работают над собой. И я считаю, что за молодежь – будущее нашей страны. И это не просто красивая фраза, данное выражение, оно неоспоримое. Будущее нашей страны зависит от нас, от того, что делает каждый человек по отдельности. И все мы – единой дружной команды. Мы уверены, если мы будем работать, развиваться вместе, это приведет нас к успеху. Хедлайнером концерта стала Яна Габасова, победительница 9-го сезона вокального шоу «Голос» на федеральном телеканале. Яна с удовольствием откликнулась на приглашение организаторов концерта принять в нем участие. Сегодня я впервые выступаю на этой сцене в Николе Березов. Меня пригласили выступать, сказали, что будет молодежный концерт. Я, конечно, за. Сегодня я исполню 5 песен. Это будут и каверы, и мои песни. И еще сегодня такой эксклюзивчик будет. Я покажу свою новую песню, которая еще нигде не вышла. Вот, поэтому зрители первые, кто услышит эту песню мою. Эта авторская песня не звучала еще ни на одной площадке, и гости молодежного микса стали первыми ее слушателями. Вчера казалось, что мы неплохой тандем, а сегодня будто не знаю тебя совсем. И так по замкнутому кругу, кто мы друг другу, то не те же, что боишься отпустить мою руку. Презентацию произведения молодой артистки зрители наградили бурными овациями, впрочем, как и выступление остальных звезд музыкальной площадки молодежного микса. Понравилось, помолодели, хороший концерт, спасибо большое. Все, супер, настроение, движение. От души посмотрела, радуюсь за всех, такие творческие вообще молодежь у нас. Так здорово все прошло, мне понравилось, такой заряд энергии. Вообще супер. Начальник отдела культуры Краснокамского района Ильдус Хафизов поблагодарил артистов и организаторов за такой душевный и теплый вечер. Молодежный микс стал обменом эмоциями и энергией между зрителями и артистами и подарил всем еще один яркий момент добрых воспоминаний.